Крупное ДТП на северо-западе столицы. Сразу 8 автомобилей столкнулись в Москве. Авария произошла на Новокургинском шоссе. В ДТП попали 4 легковых автомобиля. Грузовик и пассажирский автобус. Есть пострадавшие. Сообщается, что водитель КамАЗа выехал на встречную полосу после того, как его подрезал внедорожник. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, который от удара откатился назад. В результате в ДТП попали еще 4 легковых автомобиля. Водители грузовика и автобуса оказались зажаты металлом. Одного из них спасателям удалось вытащить и передать бригаде скорой помощи. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.